А, кстати, Ир, мы сегодня к Светке. Ты с нами? Мне домой надо. Ну, до завтра. Пока. Олег! Ира! Привет! Привет. Здорово, что вырвался. Да, вот мать косметолога ушла, а вот за переговоры. Так что я свободен, как ветер! Ой, ты только сказал про ветер, и заколка сломалась. Секунду! Вот. Замерзнешь. Нет! Бежим! Мам, я за курткой. Куда собралась? Погулять еще хочу. А, ну да, конечно. Иди гуляй. Что случилось? Да ничего особенного. Нужно партию заказчице сдать завтра. Сделана только половина. А так, в принципе, все прекрасно. Мам, а это что такое? Случайно пристрочила рукав к спинке. Пришлось распороть. Распороть? Это называется распороть? Мам, ну ты же обещала! Ты думаешь, мне нравится пить? Ну так не пей. А я не могу. Что мне еще делать? Не надоела эта халупа, будь она проклята. У тебя, между прочим, мать инженер-технолог, а не швея-мотористка. Кто виноват, что твой НИИ закрыли? Им же нужно на что-то выживать. А я не хочу выживать. Не хочу эту ерунду делать за копейки. Олег! Прости, мне надо дома остаться. До завтра тогда. До завтра. Олег, отец твой нас бросил. И Олег тебя бросит. Нужна ты ему такая. Привет, сын. Привет, ма. Чем занимаешься? Уроки сделал? Сделал. Мне кажется, что ты мало занимаешься учебой. Ты помни, сейчас это самое важное. Олег, ты должен получить хорошее образование. Да, чтобы стать успешным предпринимателем и продолжить бизнес отца. Ма, я знаю. Ладно. Только не расстраивай маму, хорошо? Обещаешь? Обещаю. А днем где ты был? Да нигде я не был. Я же сказал, уроки делал. Так, это что такое? Чего, мам? Андрей? Да, моя Ивана, слушаю. Я передумала сегодня ехать на выставку, ты, может быть, свободен. А вот завтра у меня к тебе будет поручение.
Привет. Привет. Извини, что задержался. Да, мать водителя своего прислала, чтобы он меня из школы забрал. Пришлось скрываться и путать следы. Тебе же теперь достанется, да? Да ерунда. Ты не думай об этом. Мне главное, чтобы у тебя все было хорошо. Извини. Ира. Ира, я... Я заколку твою починил. Заколку? Да. Смотри. Алло, Майя Ивановна. Я не понимаю, как ты можешь быть таким спокойным? А что случилось? Они целовались. Ужас. Да, действительно ужас. Мальчику 17 лет, и он встречается с девочкой. А это не просто девочка. Сережа, Андрей мне все о ней разузнал. Ей 15 лет. У нее нет отца. Мать безработная, алкоголичка. Ты понимаешь вообще, что это значит? Наш сын встречается с каким-то маргинальным отребьем 3 месяца. Маечка, ну повстречается он с ней, повзрослеет и женится на хорошей девушке. Потрясающе. Просто потрясающе. Как у тебя все просто. Сейчас они целуются. А что потом? Потом она обязательно забеременеет. Они все беременеют. Что тогда? Сергей, ты немедленно должен вмешаться, пока не поздно. Как? А помнишь, ты рассказывал про частный колледж под Лондоном? Па-па-па-па! Видишь? Немедленно открой. Нам нужно поговорить. Открой, кому сказала. Я никуда не поеду. Поедешь, как миленький. Да. Здравствуйте. Позовите Иру, пожалуйста. Ее нет, ушла в магазин. Я сейчас позову отца. Он с тобой разберется. Передайте ей, пожалуйста, что я ее буду ждать на нашем месте в 8. Некогда ей гулять. Ей шить надо. Это очень важно. Меня отправляют за границу надолго. И нам нужно поговорить. Хорошо, передам. Ой, мне никто не звонил. Вроде нет, я тут задремала. Мне на завтра ничего не задали, так что могу помочь с шитьем.
Спасибо, я как раз хотела тебя попросить. Я пойду прилягу. Угу. Олег, ты далеко собрался? Мам, не начинай. Ты никуда не пойдешь. Мне в школу надо. Не лги мне. Ты думаешь, я не знаю, куда ты бегал вчера вечером? Мам, давай потом поговорим. Нет, Олег, ты сам все испортил. Можно было все сделать по-человечески, но ты выбрал другой вариант. Сегодня вечером ты летишь в Лондон. Мам, я опаздываю. А что ты хотел? Отец уже взял билет. Да это какой-то бред. Да это невозможно, там же визу оформить нужно, документы, я не знаю. Да, было очень сложно, но отец постарался. Ты даже не представляешь себе, чего это ему стоило. А виза у нас была еще с прошлого года. Нам ее сделали как членом семьи предпринимателя. У тебя есть 5 часов для того, чтобы собраться. Стой. Даже не вздумай выйти из своей комнаты. Стой! Телефон. Телефон. Он побудет у меня до твоего отъезда. Иришка, привет, как дела? Ир. Ты что такая? Олег, что ли, обидел? Пропал куда-то. Не звонит и второй день школы не встречает. Я сама ему позвонила, но у него мобильник выключен. Поссорились, что ли? Да нет, наоборот. Что значит наоборот? Ну, он мне в любви признался, и мы поцеловались. И все? Ира, точно все? Да. Понятно. Погулял и бросил. Ну и ладно. Ну, займись школой, подружкам позвони, сходи куда-нибудь. Ир. Так я ему позвоню. Может, он заболел, если придумывала всякого. Здрасте. А можно Олега? А кто его спрашивает? Ира. Ира. Олег в Англии. Как в Англии? Поступил в колледж. Разве он тебе не сообщил? Нет. Ну, значит, не посчитал нужным. Да не может такого быть-то. Да вы врете. Передайте ему, что я сейчас приеду и буду стоять у него под окнами, пока он не выйдет. Ира! Ира, вернись! Ира! Ира! Куда ж ты врёшь под колёса?
любишь, ты дурочка? Ира, ты спишь? Я бульон приготовила. Поешь. Ты 2 недели почти ничего не ела. Поешь. Я не хочу. Девочка моя, ну, пожалуйста. Ну, давай, как в детстве. Давай. Ложечку за маму. Молодец. Послушай меня. Пить я уже бросила. Работу обязательно найду. Все будет хорошо. Поверь, пройдет время, и ты даже не вспомнишь о своих страданиях. Понимаешь, первая любовь, даже если она несчастна, это не повод отказываться от всей своей жизни. Все будет хорошо. Молодец. Ир, скажи мне, что можно там долго так делать? Мам, да не переживай ты так. Мишка по-любому поступил. Крутая группа поддержки. А где батя? Тебе какое дело? А что ты борзый так? Такой есть. Дэн! Привет! Ну что, ты в списках? А где же еще? Баллов не хватило, но батя уже все порешал. Угу. Идем в клуб? Пойдем. Давайте еще в магазин заедем. Мне надо кое-что для соуса купить. Угу. И авокадо нужно захватить. Хочешь свой фирменный салат приготовить? Конечно, это же Мишкин любимый, да, Миш? А можно я гостя приглашу? Конечно, можно. Не можно, а нужно вообще. Это же твой праздник. Спасибо. Нравится? Да, бабуля. Спасибо. Подарок огонь просто. Неси на здоровье. Это к тебе. Иди, открой. Степан, здравствуйте. Проходите. Привет. Это тебе. Поздравляю. Офигеть. Самый это настоящий. Же, это же титановый карабин. Фирменный. Так, чтоб всегда помнил о том, что качество в мелочах, не забывал о безопасности и был таким же надежным и крепким. Блин, спасибо огромное, правда. Здравствуйте. Мам, знакомься, это мой тренер Степан. Ирина. Тренер Степан. Проходите, тренер Степан. Спасибо, достаточно. Нет, спасибо, я не пью. Опасная женщина. Миша, мне сок, пожалуйста. Да, бабуль, конечно. Все. Мишаня, у меня тост. Я хочу выпить за тебя. Еще вчера ты был обычным школьником, а уже сегодня студент лучшего физико-математического лицея города. Я тобой очень горжусь. Мы все очень гордимся. За тебя. Поздравляю. Спасибо, мам. Ура!
за тебя, студент. Так, ну что? Пробуй салатик. Вкусный. Спасибо. Да. Спасибо, мам. Сам себе плашь. А я смотрю, ты не только скалал с ним, да? Ты еще оружием увлекаешься. Молодец. Настоящий мужик. Вообще-то это мои книги. Я не это имел в виду, в смысле, ну, вы не мужик, конечно. Просто увлечение, оно как бы не женское, а то, что вы не мужик, это очевидно. Это же не значит, что вы не можете этим увлекаться, правда? Пойду мясо проверю. Вы ешьте, пожалуйста, не стесняйтесь. Салат, еще салат. Да вы не стесняйтесь, ешьте. Ты чего так долго? Мам, тебе не показалось, что Миша меня сватает? Показалось. Как вы не понимаете, мне вообще не до этого сейчас. Мне скоро минут свободной не будет. Ой, вот только не начинай. Давай, иди, Костя. Иди, мама. Я тут сама справлюсь. Но концы не затягиваешь. И потом один из концов проводишь в одну петлю. Так. И во вторую. Вот здесь у тебя карабин. Дальше просто затянул, и он держит. Угу. Можно я попробую? Давай. Так, вот берем. Сейчас делаем восьмерку. Одним концом, одним. Блин, вроде все просто, не получается. Покажите еще раз. Смотри. Так. Делаешь петлю. Степан, а что вы делаете с моим ремнем? С каким ремнем? Вот с этим. Степан такой классный узел показал, мам. Хочешь посмотреть? Вот Степа сейчас покажет. Спасибо, воздержусь. Правда, полезный навык. Если вдруг придется в жизни с чем-нибудь завязать, вот всегда сможете. Извините, по работе. Да. Так напомните им про неустойку. К 13 числу. Да. Извините. У мамы просто открытие второго бутика. Так, может, отпразднуем? Дайте сок, пожалуйста. Спасибо. Татьяна Владимировна, ждем вас. Мама не пьет. А, да. Вот наше основное блюдо. Угощайтесь. Спасибо за вечер. Спасибо за приглашение. Мама, спасибо огромное, что пришли и поздравили. Приятно было познакомиться. Взаимно. До свидания. До встречи. До свидания. Миша, не надо так делать. Мам, если ты из-за ремня, то... При чем здесь ремень? Ну что при чем? У тебя постоянно что-то не так, мам. Ну, Степан, ну он же классный. Ну, он столько всего знает, умеет, всегда поддержит. И вообще, он у нас лучший тренер. Я очень рада, что тебе повезло с тренером. Просто не надо меня ни с кем знакомить. Договорились? Договорились. Нам же и втроем неплохо, Миш. Голеностоп хорошо разомни. Что ты вчера вечером был за приглашение? А как вам моя мама? Хорошая мама. Только я ей, похоже, не очень. Да ладно, ну, она знаете, как у вас весь вечер говорила? Ну, правда. Не знаю, сводник. Ты собираешься в соревнованиях участвовать? Собираюсь. Ну, идем, синюю трассу пройдешь. Ногами лезь! Руками только держись!
давай, заканчивай. Миша, заканчивай! Миша, оттяжку отпусти, руку на зацеп! Технику безопасности знаешь? Знаю. А чего тогда за оттяжки хватаешься? Так инстинкт самосохранения сработал. Инстинкт самосохранения. Испугался просто. Ты сорвался не потому, что мышцы не выдержали, а потому, что мозг не верит в то, что люди могут лазить по потолку. Слушай, ну он очень был красивый. Да, да. Зеленый прям отлично. Ну, мне очень нравится. Да, я тоже обратила внимание. Девочки, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Скучаем? Нет, что вы. Две клиентки уже были. Одно платье отложили. Здорово. Доброе утро, Людмила. Ой, доброе утро, Ирочка. Что нам скажет бухгалтерия? Ну, в прошлый месяц я закрыла, но продажи-то не растут. Вырастут, куда они денутся. Откроем вторую точку, а там совершенно другой сегмент покупателей. А что с поставкой нашей из Италии? Платеж я провела. Вся партия уже на растаможке. Ага, хочу открыться на следующей неделе. Как думаете, успеем? С таможней проблем быть не должно. Но вот с помещением пока не ясно. Договор аренды с торговым центром так и не прислали. Выясню. Как раз собиралась туда ехать. Здравствуйте. А что здесь происходит? Я договорилась об аренде этого помещения. Не знаю. У начальства спрашиваете. А где начальство? Не знаю. Классно. Алло? Алло, Галина Алексеевна? Да. Это Ирина Петрова. У меня бутик на первом этаже. Угу. Я пришла, а тут рабочие. Алмазный рай какой-то. Разберите, пожалуйста. А вас не предупредили? Ваш магазин решили перенести на второй этаж в конец третьей линии. В смысле? Мы же договорились. Извините, все вопросы к директору – это его решение. Отлично. Директора сегодня нет на месте. Хорошо, я подожду. А он сегодня, скорее всего, не появится. А когда он появится? Ну, даже не знаю. Он редко бывает в офисе. Ну, так как мне с ним связаться? Звоните, узнавайте. Классно. Всего хорошего. Ира, может, ты уже выбросишь эту рухлядь? Как-никак два бутика открыла. Может, пора уже найти что-то более прогрессивное? Не слушай, ее мама шутит. Столько лет мне верой и правдой прослужила. Я же на ней шить научилась. У тебя что-то случилось? Нет, ничего. Ну, просто когда что-то случается, ты всегда на ней строчишь. Да просто шить люблю. Что-то с магазином? Кое-какие проблемы с помещением, но ничего, разберусь. Смотри, это тебе. К понедельнику будет готово. Мне? Да. Обалдеть. Слушай, с ума сойти. Ай, девчонки обзавидуются. Да. Я пошла мерить. Давай. Да? Да. Вам нужны студенты. Здравствуйте, извините, а вы не подскажете, где у нас расписание висит? Вон там, слева, пока я говорю. Пожалуйста. В общем, сделайте постоянно. Привет. Прости, а ты не знаешь, где у нас первая пара? Привет. Ну, написано в 17-й. А где она?
Мне сказали, где-то там. Пойдем поищем. Пойдем. Первый день и сразу 5 пар. Это что вообще такое? Это жесть полная просто. Какие люди в Голливуде. Подожди, а где мамуля с бабулей? Ты что, тебя самого упустили? Удивлен. Знаешь, я тоже. А что ты здесь вообще забыл? Ну, это же как бы лицей, а не клубешник. Здесь думать надо. А у тебя, я смотрю, с этим плохо. Что ты сказал? Ты плохо слышишь? Нет, я слышу хорошо. А теперь ты меня послушай. И думать о ней забудь, понял? Тебя забыл спросить, о ком мне думать. Ладно. Прохладно. Дэн, что ты делаешь? Дэн! Ребята! Ир, здравствуйте. Здравствуйте. Я тут был неподалеку, решил заехать, вот узнать, как у Миши рука, не было ли отек. Да все хорошо, спасибо. Тогда передайте ему, чтобы пользовался мазями и не забывал делать йодные сетки. Передам Степану. До свидания. Ира, вы простите меня за тот вечер. Ну, как-то неловко вышло, и я вас, наверное, расстроил, да? Да нет, ну что, все в порядке, правда. Я сама была уставшая, на работе проблем. Да нет, мне правда не стоило приходить. Ну что вы, Миша мне все уж прожужжал, какой у него прекрасный тренер. Поэтому мне правда было очень приятно с вами познакомиться. Правда? Да. Может, тогда продолжим знакомство? Что вы делаете завтра вечером? Я занята. До свидания. Привет. Привет. А ты почему одна? Я видела, ты со Степаном разговаривала. Мам. Что, мам? Степан настоящий мужчина. Ты должна к нему присмотреться. Уже присмотрелась. Я так понимаю, ты всю жизнь решила жить одна. Ну, почему же одна? У меня есть ты и Мишка. Кстати, как у него прошел первый день? Замечательно. Иди посмотри на его лицо. Миш, господи, что случилось? Ничего не случилось. Ты подрался? Какая разница? Большая. Это не подворотня, а престижное учебное заведение. Послушай, мам, я сам разберусь, ясно? Как его фамилия? Ты скажи, я завтра схожу, с ним поговорю, хорошо? Я тебе сказал, я сам решу, мам. Миша. Займись собой, хорошо? Хорошо. Здравствуйте, я надеюсь, договаривалась к директору. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Доброе утро. Присаживайтесь, пожалуйста. Знаете, я подробно изучил ваш договор. И дело в том, что там ничего не прописано про конкретное место, но была, да, устная договоренность. Вы на самом деле не переживайте. Я готов сделать скидку за перенос бутика. Поверьте, это прекрасное место. Там эскалатор, выход с парковки, будет полно посетителей. Вы мне еще спасибо скажете. Вот договорчик, пожалуйста. Это тебя в Англии так не очень дела есть. Обалдеть. Ирка! Поверить не могу. Вот дела. Как мама?
Хорошо. Работает. Как твои? Давай тоже нормально. Не, ну в смысле, отец умер 17 лет назад от инсульта, а мам ничего, да, хорошо. Женат? Ой, да это 100 лет назад уже, конечно. И вообще, честно говоря, совершенно не важно. Слушай, ну обалдеть, я, конечно, я даже не знаю, что сказать. Слушай, а чем ты занимаешься? Господи, зачем я спрашиваю вообще? Ясно же, все понятно. Голова куда-то уехала. Ир, черт, целая жизнь прошла, 20 лет, обалдеть, а? Мост помнишь наш? Алло, Людмила, освежите, пожалуйста, с руководством ТЦ. Мы отказываемся от помещения. Черт. Не надо никуда звонить. Ой, черт. Привет. Есть будешь? Не, обедал. Привет, пап. Привет, дочь. Может, спросишь, как у нее дела в лицее? Как у тебя дела в лицее? Нормально. Молодец. Милый. Нашла чудесный отельчик на Бали. Давай съездим туда, когда Юльке каникулы будут. М? Съездим. Кто-то в дверь звонит или не послышался? Угу. Папу позвала. Слава Богу. Привет. Не успел соскучиться. А где мама? Ты же хочешь быть акционером компании? Хватит директора ходить. Отличное мясо. Гуля баранина всегда удается. Ма, как тебе? Хорошо. Нравится. Красиво. Диан, а ты могла бы такое же сварганить? Ты же знаешь, я не по этой части. А ты учись. Может, скоро самой готовить придется. Я тут просматривал аналитический отчет по нашей сети. За последний квартал. Знаешь, что я понял? Твой муж не только акции не получит, он кресла директора недостоин. Что, собираешься Олега уволить? Правду сказать хотел, но из-за тебя и Юльки передумал. Теперь будет администратором. Тоже хорошая работа. Правда, денег, боюсь, на прислугу не хватит. Отлично. Вот сейчас хорошо, все правильно сделал. Интуитивно стреляй, не думай, давай. Дай. Да, мам. Олег, нам надо срочно поговорить. Господи, ну что, прямо сейчас? Да, немедленно приезжай. Ой, ладно. Хорошо, еду. Мам, я тебя очень прошу, ну прекращай вот так вот звонить, как будто что-то у тебя случилось. А можно подумать, не случилось. Олег,
Прошу тебя в сотый раз, уделяй больше внимания работе. Спасибо, мам. Слушай, а к чему вообще вот этот сейчас разговор интересный, увлекательный? Я сам разберусь, чему мне больше времени уделять. Пожалуйста. Сам разберусь. Что ты можешь сам? Бизнес отца сам не смог удержать, это да. А сам даже жену себе выбрать не мог. Иди ко мне, иди солнышко, моя счастье, моя любимая. Спасибо, что напомнила. А то я уже забывать начал. А кто тебя свел с дочкой Торопова? И что бы ты сейчас делал без нее? На мысль эту. Что бы он сейчас делал без нее? Вот это нам интересно. А мне тут 17. Интересно, что было в моей семье? Тогда на Ире женился. Да? Алло, Ира, привет. Это я. Олег. Как ты узнал мой номер? Договор аренды. Слушай, прости, что отрываю, буквально на минутку. Олег, давай рабочие вопросы решать в рабочее время, хорошо? Да я как раз не по работе. Давай увидимся. Алло. Олег, не надо мне названивать, это ничего не решит. Ирина Владимировна, вы мне оставили свою визитку на парковке. Простите, это ваша машина я задела, да? Ну да. Вартан Арсенович. Давайте я, не знаю, вам денежку переведу. Денежку? Давайте завтра днем встретимся и обсудим все лично. Да, конечно. Олег Сергеевич. Здрасте. Ну, просто маленькая форс-мажорная ситуация, и вам надо будет переехать. Ну, совершенно недалеко. Я вам предлагаю отличное место. Б-25. Не пожалеете. Шутите? Нет. Я, в конце концов, не с улицы пришел. Мне сам Торопов пообещал лучшее место. Да-да, вы правы. Просто ситуация изменилась. Да. Понимаю. Спасибо. Я хотел выпить за вас, но не могу. Пожалуйста. Дал зарок. 5 лет уже. Ни капли. Но сказать тост мне это не помешает. Верно? Пожалуйста. Для меня честь быть в вашей компании, ведь вы могли просто уехать с той парковки. Но вы оставили номер своего телефона, потому что красивый человек, красив во всем. Вартан Арсенович. Арсенович, к чему вы клоните? Ирина Владимировна, вы не поняли. У меня жена, дети, деньги. Мне от вас ничего не нужно. Я просто хочу угостить обедом такого красивого во всех отношениях человека. Вы мне это позволите сделать? Извините. Да, Олег. Мы должны встретиться. Не перебивай. Это по делу насчет магазина. Жду тебя в торговом центре. Хорошо, еду. Вартан Александрович, мне надо бежать. Рад был познакомиться. Взаимно. Если что-то нужно, обращайтесь. Всегда рад помочь. Спасибо.
Ирина Владимировна, а деньги? Ну, собственно, вот, значит, через 3 дня это твой бутик. А это с ним до завтра. Ну да, по-дурацки получилось. Ты первая обратилась, но владелец алмазного рая, друг моего свекра, ну, в общем, такое... Не мог ему отказать, но теперь все улажено. Ну, спасибо тебе, Олег. Буду готовиться к открытию. До свидания. Ир, подожди, пожалуйста. Слушай, у меня вопрос. Тогда 20 лет назад, когда меня в Англию отправляли, почему ты не пришла? Куда не пришла? На наше место. Я звонил твоей маме, и тебя не было дома. Олег, она не передала. А я, дурак, обиделся. Думал, ты не захочешь меня из Англии дождаться. Глупо вышло. Ничего не изменилось. Как любил, так люблю тебя. Правда. Фух, ну пекло здесь, конечно. Кондиционер же еще не поставили, хоть бы какой-то вентилятор. В Египет можно не ехать. Не, заяц, я тебя в Египет обязательно свожу. Евгений Леонидович, к вам Диана Евгеньевна. Да. Проходите. Здравствуй, здравствуй. Что это ты решила отца навестить? Здравствуй, пап. Мне нужно с тобой серьезно поговорить. Что ты будешь? Чай, кофе? Кофе. А ты что, так быстро? А в столовке очереди не было. А. Ты обедать идешь? А, да я думаю, может, пиццу заказать? Пиццу? Да, это мысль. И я пару кусочков возьму. А то от этой столовки одна изжога. Слушай, у тебя же там скидка была, да? Можешь заказать, а я тебе потом деньги на карту кину? Да, не вопрос. Спасибо. Алло, да, девушка, здравствуйте. Хочу пиццу заказать. А какая там что, вот мясо? Юлька после твоего выступления сама не своя. Согласен, перегнул. Хочешь, чтобы я с ней поговорил? Оставь лучше Олегу его должность. Ну, дай ему еще один шанс. Он справится, я обещаю. Динуль, если ты из-за денег, то расслабься. Ну, не будешь ты готовить, пошутил. Да не из-за денег я. Из-за чего тогда? Ну, из-за Олега. Ну, зачем тебе этот неудачник? Ну, давай найдем тебе нормального мужика. Пап, я хочу сохранить семью. Хорошо. Дам ему еще один шанс. Ну, смотри, чтоб вкалывал за троих. Поняла? Пап, спасибо. Я тебя люблю. И я тебя. Да? Прошел час, а я уже соскучился. Олег, пожалуйста, не говори так. Ир, давай поужинаем. Пошли, пошли, пошли.
Подождите, мы идем в зал или в зал? Дэн, я, скорее всего, не смогу. Да ладно тебе, давай сходим. У них единственный концерт. Какая жалость. Да ты задрал. Чего ты все время до Петрова докапываешься, а? Тебе вообще заняться нечем. А что ты его вдруг защищаешь? Ничего я не защищаю. И перед занятиями вы перешептывались. Интересно, о чем? Я не обязана оправдываться, с кем и о чем я говорю. Ты пока что моя девушка. Но я не твоя собственность. Так что, не расскажешь? Миш! Ты домой? Да. А ты на маршрутке? Да, ну, пешком через парк, наверное, прогуляюсь. Угу. Я с тобой. Ну ладно, пойдем. Давай, помогу. А опыт есть? Опыт есть, да. 3 месяца я работала в сетевом магазине, там с молодежной одеждой. И еще месяц в другом месте, там с электротоварами. Наверное, это не считается. Я понимаю. У вас же здесь одежда, а там чайники. В смысле, я стояла в отделе чайников. Вот. Правда, я там без трудовой работала, так знакомым помогала. Я все поняла. Вы приняты. Испытательный срок 2 месяца. Правда? Да. Здорово. Спасибо большое. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Есть только скала и ты. И чего, не страшно? Ну, поначалу безумно страшно. Вот, особенно, когда смотришь вниз и не понимаешь, как вообще очутился так высоко. Подожди, я думала, что скалолазы там со всякими крючьями и веревками лезут. Разве нет? Юль, это альпинисты. Да, скалолазы могут с помощью пальцев рук и ног подняться на любую высоту. Да ладно. Не веришь? Сейчас покажу. Миш! Миш, ну подожди, у тебя еще рука не прошла. Куда смотрел? Как можно было так лохануться, Вартан Арсенович? Как называется наша сеть? Алмазный рай. Да, на второй этаж. Это что? Туалет. Ты расскажи, почему ты принял такое решение? Я тебя послушал, может, пойму. Просто я провел маркетинговое исследование. У этого места есть ряд преимуществ. Смотрите, оно расположено в удобном месте. Кроме прочего, здесь поток платежеспособного спроса выше среднего на 51%. Вот посмотрите. Преимущество, говоришь? Да. Миш, что ты делаешь? Спускайся быстрее! Юль, беги домой! Миш, я не пойду! Я говорю, быстро домой! Я сам залез, сам разберусь. Иди давай! Эй, Бэтмен! А ну, слезай оттуда! Подписывай. А если я подпишу, вы меня отпустите? Подписывай. Тихо, орех остров. Пиме. Проспект 36А, у дома грузик. 36А. Телефон родителей давай. Зачем он вам нужен? Грамоту хочу вручить за хорошее воспитание. Ты, а куда ты собралась такая красивая? Не на свидание ли? Мам, ну какое свидание?
А что у нас глазки так горят? Аллергия, наверное. Аллергию часом не Степан зовут? Ты, ну, не хочешь говорить, не говори, но мне кажется, что свидание со Степаном — это то, что тебе нужно. Мам, все, я убежала. Целую. Давай. Ты надолго? Гена, спускайся. Мои ушли. Давай. Согласно статье административного кодекса, действия вашего сына могли быть квалифицированы как мелкое хулиганство. Но если мы берем во внимание, что ваш сын поднимался по стене жилого дома, то это уже не административный, а уголовный кодекс. А там наказание посерьезнее. Ну, насколько я понимаю, он не собирался проникать в жилое помещение? Не собирался, конечно. Собирался, не собирался, суд будет решать. Да какой суд? Ну вы что? Правда, я просто хотел показать, как с помощью пальцев рук и ног можно подняться. Я занимаюсь скалолазанием. Ну, послушайте, парень просто решил выпендриться перед девушкой, вы же понимаете. Вы знаете, что у нас за последний месяц зафиксировано несколько ограблений с проникновением через балкон? Да какое проникновение? Ну, правда, просто я не хотел. Товарищ лейтенант, я очень благодарен вам за проявленную бдительность и за то, что следите за тем, чтобы вот такие вот оболтусы по стенам не лазили. Позвольте, я с ним дома поговорю. По-мужски поговорю. И обещаю, что такое больше не повторится. Ладно. На первый раз прощаю, но убедительно вас прошу. Проведите воспитательную работу с этим шалопаем. Распустились совсем. Обязательно. Степан Николаевич, подождите, а паспорт? А зачем вам мой паспорт? Как зачем? Зарегистрировать. Иначе я не смогу отпустить с вами вашего сына. Не желаете что-нибудь еще заказать? Нет, спасибо. Человека дождусь. Да, конечно. Добрый день, Степан. Добрый. Я по поводу Миши. Только пообещайте, пожалуйста, не нервничать. Так, я уже нервничаю. Что с ним? А с ним все в порядке, только вам нужно подъехать в 17-й отдел полиции. Так, еду. Что вообще происходит? Сначала в лицее подрался, теперь вот это. Ничего не происходит. Ты же разбиться мог. Ну не разбился же. А что дальше от тебя ждать? Кражи со взломом? Да, жди кражи со взломом и готовься сушить сухари. Все, пока, мам. Спасибо. Миша отличный парень. Да знаю. Просто перенервничал. У него сейчас сложный период. Он же не просто так туда полез. Да, алло. Олег, привет. Ты можешь приехать? В Сирии что-то творится. Что случилось? Да заперлась в комнате и не выходит. Я ее спрашиваю, что случилось. Она молчит. Ладно, еду. Ну что? Не открывает. Тоже мне придумал. Ей давно не 10 лет. Хороший собак. Пустите собаку переночевать. Пустите собаку. Нет. Держи. Ну, что такая кислая? Давай, выкладывай. Один мальчик полез по стене на дом. Зачем? Похвастаться хотел. Папа, он скалолаз. Понял. А я вместо того, чтобы с ним остаться, убежала.
Что делала? Сам сказал. Ну, так в чем же дело? Раз он сам сказал, ты все правильно сделала. Парень сказал, ты побежала. Мужчина должен отвечать за свои поступки. Ну, так а что теперь будет? Я думаю, ничего не будет. Все будет хорошо. Сейчас прости. Совершенно точно все будет хорошо. Позвони ему просто. Пап, только маме не говори. Ты что, могил? Конечно. А у меня для вас хорошая новость. Неужели? Папу оставляю директором компании. Ура! Ура! И что сказал, после занятий сразу домой? Угу. Его самого эта история с полицией напугала. Не переживай это так. Просто наш Миша влюбился. А мне кажется, что дело совершенно в другом. Ему просто отец нужен. Настоящий мужчина. Который совет даст вовремя. Ну и шлепнет, когда надо. Ну, такой настоящий, как этот тренер его, Степан. Мне, кстати, очень понравился. Ладно, мам, я на работу. Приятного. Спасибо. Опа. Че там? Слышали? Он знакомый. Только что прислал. Боярд продает 908 года. Ты же вроде мечтал о таком? Ух ты. Ничего себе, какая красота. Да, это тот самый. Черт, слушай. Знаешь, как всегда, денег нет. Ты же вроде сказал, что тебя не понизили. Да не понизили. Ведь не понизили. Абакуму пришлось денег дать. Абакуму? Че, директор ювелирки? Да, ювелирки. Дианик что-то купил? Так какой Дианик? Дианик, боюсь, уже вообще ничего не куплю. Чё ты меня сейчас запутал? Я сам запутался, ведь. А, смеяться будешь. Первую любовь встретила и... Чё-то закрутилось. Чё, всё серьёзно-то? Да я откуда знаю, серьёзно, несерьёзно. Время покажет. Давай стрелять. Давай ещё раз. Давай. Упреждение больше делай. Хорошо. Дай. Как по мне, старик, нужно делать то, что хочется, чтобы потом всю жизнь не жалеть. Ага. А может, ты и прав, Федя. Покажи еще раз, Боярд. Красавчик. А знаешь что, я его, пожалуй, возьму. А вот это правильно. Да? Я тогда вас на выходные сведу. Сведи. Держи, мечты сбываются. Ир, я тут строчку у нас в расходах видела. Паттерны. Это что вообще такое? Простая ткань с картинками? Их что, да Винчи рисовал? Людмила, не преувеличивайте. А еще... Дизайнерская подсветка, торговое оборудование из массива. Вы меня, конечно, простите, но я не понимаю, как можно было пустить все свободные средства на обустройство? Нам досталось лучшее место в городе, мы должны соответствовать. Здрасте. Ну что, красиво все. Красиво, да. Покупателям, уверен, понравится. Спасибо. Я что-то не пришла вчера. Ну, не могла. Ну, сегодня. А сегодня у меня в офис надо. Так я тебя заберу из офиса. Ну, чёрт. Слушай, все смотрят. Ну, всё, ладно. Я не буду больше. Иди давай. Да. Да. Дальше. Так. Ай, молодцы какие. Хороший кадр. Но главное, нет информационного развития, нет толкового менеджмента. У меня складывается впечатление, что наш управляющий директор думает, будто все само собой образуется. А все-таки Терра Плаза – это не фермерский рынок. Я согласен с Валентиной Сергеевной. Я тоже недоволен работой Доманского. Пояснить.
Но так за примерами далеко ходить не надо. Взять хотя бы наш торговый центр на юго-западный. Даманский ведь там так и не решил проблему разгрузки-погрузки в приемно-товарной зоне. Фуры неделями стоят в очередях. Жители соседних микрорайонов жалуются. Разберемся. Нам город вынес предупреждение. А Даманский так ничего и не решил. Или вот еще. Мы торговый центр в Южном округе когда открыли? Месяц назад. А 20% площадей так еще не сданы в аренду. Сколько мы еще должны терпеть убытки? Так, значит, если по работе Даманского все, я вас услышу. Евгений Леонидович, посмотрите, пожалуйста, отчет. Разберемся. Я ж тебе говорил. Зять, что еще можно сказать? Давайте работать по дальнейшей повестке дня. Прошу. Да я что-то эти стрелялки вообще не люблю. Так пасьянс могу пораскладывать. Да ладно, это ж для тёлок. Ха, оно меня успокаивает. Работа-то нервная. Ну да. Ну хорошо посидели, а? Как посидели, только шикарно, шикарно. Походу перебрал чуть-чуть, а? А? Ну, тут будет премия, ты звони, ты всегда. Да, а... Я всегда за. А давай я тебя подвезу. Она тут рядом. Ты за рулем поаккуратней, поаккуратней. Смотри там, не облажайся. Она тут рядом. Куба далека, она рядом. Пацаны, в чем дело? Слышь. Ты зачем? У Вартана за спиной мутки мутишь, а? Какие мутки? Разберись с местом в торговом центре. Понял? Кать. Я же просил сегодня меня не беспокоить. Извините, Олег Сергеевич, вам Абакумов звонил. Я ему сказала, что у вас важная встреча, что все завтра, но он вас на мобильный собрался набрать. Спасибо, что предупредил. О, привет. Привет. Олег, спасибо. Я хотела с тобой поговорить. Наш поцелуй был ошибкой. Импульс, которому мы не должны были поддаваться. Но у нас есть шанс поступить разумно. Это как? Держать дистанцию. Раз нам придется вместе работать. Ир, я не смогу. Ты должен проявить уважение ко мне и своей жене. Все, что я хотел сказать. Слушай, а поехали в одно хорошее место? Нет. Не переживай. Место отличное, я тебе обещаю. Это ненадолго, буквально на часок. Но я тебя очень прошу. Поехали. Это буквально вот даже 45 минут. Помнишь это место? Помнишь, что мы пообещали друг другу? Олег, да. Мы пообещали вечно друг друга любить. А ты знаешь, я сдержал обещание. Не-не, я понимаю. Да, я 16 лет назад женился на Диане. Ты знаешь, она очень хороший человек. И дочка у нас очень хорошая. Только любви не случилось. Вообще никакой. А я тоже держала клятву. А твой сын? Я взяла Мишу из детдома. Подожди, а... Ну, я думал... Я уехал, ты замуж вышла? Не была я замужем.
Ты знаешь, ты когда в Англию ехала, я думала, я с ума сойду. Сначала злилась, потом решила доказать себе и всему миру, что я тоже чего-то стою. Увлеклась дизайном, бизнес свой открыла. И все, чтобы ты узнал, какой я стала. Даже оружием твоим увлеклась. Ир, я ухожу от жены. Надоело что-то изображать. Да и дочка уже большая, надеюсь, поймет. Смотри на меня. Просто смысл появился, понимаешь? Жить по-настоящему. Ничего не изображаю. А хочешь, я тебе торговый центр куплю? А что, я могу? Сломался комп, а завтра презентацию сдавать. Ну, возьми папин. Хорошо. Ты где? Все нормально? Да, конечно. Да чтобы папа посмотрел, что у тебя с ноутом. Хорошо. А я когда из Англии вернулся, еще полгода на английском думал. Главное было, конечно, грамотье. Столько все там себе надумал. Потом к концу на ферму устроился, все так хорошо начиналось. И раз, внезапно умирает. Ну, пойдем акционеры. Пойдем. Акционеры быстро все к рукам прибрали, и все закончилось. И что ты? Ну, а что я, мне 20 лет было, что я мог? Господи, красотища-то какая. Да. Давай закрыт рванем прямо сейчас. Олег. А помнишь, как мы с тобой на море хотели поехать? Ну, как такое забыть? Я придумал гениальный план для твоей мамы, чтобы она отпустила тебя с таким взрослым парнем, как я. Я и понимаю. Я бы тоже... Тебя с собой не отпустил бы никуда. Да, ты был очень романтичный. И красивый. Божечки. Во, бронебойный аргумент для тещи. За это ты меня полюбила, да? Ну, слава богу, разобрались. Сколько время? Господи. Чего? Сейчас я маме напишу сообщение. Подожди. Вот тебе. Олег! Ну отдай! Что писать? Олег! Что ли, забыла? Степан, здравствуйте. Проходите. Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Здравствуйте. Здесь вот Миша свои вещи забыл на тренировке. Да, мы закрываемся на профилактику. А Миша в лицее. Передайте ему тогда, пожалуйста. Да, конечно. Красивое платье. Да? Это и расшила. Вам очень идет. Спасибо. Ну, я пойду тогда, хорошо? Хорошо. До свидания. До свидания. Вы заходите к нам?
Проблемы? У папы. Ну, лучше отец с проблемами, чем вообще без отца. Ты прав. Ну, ты, если что, свисти, ты же знаешь, у меня теперь знакомые копы на районе. Спасибо. Ладно, увидимся. Не кисть. Ира, где ты была всю ночь? Мам, ну ты чё такая? Только что приходил Степан и принес вот это. Я думала, ты с ним. Объясни мне, что происходит, с кем ты была? Я тебе обязательно все расскажу. Попозже. Доброе утро. О, привет. Ну как, мама? Нормально. Скорую вызывали? Приезжал. Ты же не спал всю ночь, бедненький. Но лучше уже? Ну да, да, получше, конечно. Ну, слава богу. Нормально. Тоже кофе хочу. Тебе побриться надо. Юля говорила, что у нее приступ был. Предупреждала, что ты останешься у мамы. Телефон вырубишь. А если честно, мог и сам позвонить. Да прости, что-то вылетело из головы. Да, алло. Доброе утро, Олег Сергеевич. Абакумов. Со вчерашнего дня вам названиваю. В общем, я передумал. Мне нужно обратно мое место, А14. В смысле обратно? Подождите. Вы же с вами Васем договорились вроде. Я помню. Я готов вам вернуть всю сумму. Полностью обратно. Да нет. Нет, ничего возвращать. А14 уже сдан. Завтра там открытие бутика одежды. Хорошо, Олег Сергеевич, я вас услышал. Хорошего вам дня. Что это? Евгений Леонидович, мне нужно все отыграть обратно. Даманский мне дал денег за смену места. В общем, я подумал, решил отказаться. Я не могу менять помещение. Мне очень нужен обратно мой А14. Так. Шлопяра. Каюсь, Евгений Леонидович. Бес попутал. Спасибо, Дмитрий Дмитриевич, спасибо. Не беспокойтесь, я все улажу. Да, спасибо вам, Евгений Леонидович. Спасибо огромное. А, да, вот еще что. Посмотри, кто занял место ювелирки. А владелец кто? Пришли мне ее фото.
Что это? Рад, что не придется ничего объяснять. Значит так. Здесь ты больше не работаешь. С моей дочерью больше не живешь. Понял? Понял. Кричать не надо. Слушай, что ты из себя изображаешь, мразь? Выражение выбирайте. Все нормально. Вечером поговорим. Девчонки, налетайте. Класс. Заказала в кондитерской партию таких же на завтра. Как вам? Так, а клиентов будем угощать? Ну, конечно. Да. Супер. А, можно? Ирина Петрова. Да. Торобов. Хозяин Тероплазы. Здравствуйте. Если вдруг не в курсе. У вас есть полдня, чтобы собраться и выехать. В смысле, почему? Почему? Сейчас объясню. Не надо было вести себя, как последняя пошла вон. Вон пошла. Девочки, вы свободны. Я тебе говорю, я когда этого жлобяру Торопова увижу, ему сразу скажу, да поставь ты кондиционер в эту комнату, ну елки-палки, ну сидим как в сауне, в самом деле, ну пусть сам посидит правильно здесь, правильно. Ну, действительно. Здрасте. Слышь, папарацци, ты уволен. Привет. Олег, мы можем встретиться? Слушай, в моменте проблематично. Что случилось? Торопов приходил, ему все известно. Что он тебе сказал? Он меня выгнал, Олег. Ясно. Не волнуйся, что-то придумаем. Да. Давай. Значит, я все обдумал. Сейчас поедешь к Диане и скажешь, что хочешь пожить один. Мол, надо разобраться в себе. Главное, чтобы она тебе поверила. Что за бред? Короче, когда ты исчезнешь, я подыщу и нормального мужика. Подыскали уже один раз. Может, хватит, а? Спорить хочешь? Ну-ну. Значит, я и врать не буду. Расскажу все, как есть. Значит, понимание не достигнуто. Хорошо. Тогда будет по-другому. Я тебя уволю по статье и позабочусь о том, чтобы тебя в кладовщики никто не взял. Понял? Выбирай. Мам, я слышал твой диалог с бабушкой вчера. Вот, ты не расстраивайся, я могу вечерами работать. Спасибо, малыш. Ну, правда, мам,
Я же уже не ребенок. Я действительно могу помочь. Вот у меня одноклассники уже практически все работают. И я смогу. Ты взрослый совсем. Тебе не обязательно все на себе тащить, мам. Да. Я люблю тебя. Справимся. Иди спать. Чего в потемках сидите? Ир, я не могу решить, что мне надеть. Это или это? Смотри, так или так? Значит, мясо. Лучше возьми парную телятину. Угу. Помидоров подкупи. И что там для песто? Зелень. Да. Хочу, чтобы ты на ужин фетучини с песто приготовила. Хорошо. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Завтракать будешь? Нет, не хочется. Все поняла? Угу. Ты вчера поздно пришел? Не дождалась что-то? Не, не особенно. Диан, нам бы поговорить. О чем? Я хочу пожить отдельно. Я запутался, Диан. Я уеду в другой город, начну что-то свое и наконец чего-то добьюсь. Я что-то потерялся. Не понимаю, ради чего живу и чего хочу. Поэтому на работе у меня не получается. Да потому что надоело это все уже. Бесконечно уговаривать твою папу и убеждать его, что я что-то могу сделать. Спасибо, что я на этой должности. Спасибо, что умоляла его меня не увольнять. Мне только это не нужно. Ну ладно, вещи пойду собирать. Компьютер твой? Оставь Юлю, у нее проблемы со своим. Чего? Мам, зачем мне все это, а? Может, дело не в бизнесе? Ты ничего не хочешь мне рассказать? Миш, посмотри обязательно, я тебе ссылку скинул. Кайф. Да, это мой любимый сериал. Ну, тогда обязательно посмотрю. Юль, так что, может, мы куда-нибудь сходим, а? Давай потом поговорим. Мам, пап. Мам, ты чего?
тебе плохо? Все нормально. Может, скоро вызвать? Не надо. Просто полежу. Все нормально. А папа где? Папа. Папа поживет отдельно. Мы так вместе решили. Мамочка, тебя очень люблю. Вся эта история больно ударила по нашему бюджету. А ведь я предупреждала, что не надо было вкладывать столько средств во второй магазин. Я, конечно, понимаю, что вы рассчитывали на рост продаж, но теперь нам даже коммуналку нечем оплатить, я уже не говорю о зарплатах. Это временно все будет. Ирина, скажите, как есть. Я правильно понимаю, мне что, нужно подыскивать новое место работы? О нас теперь есть кому позаботиться. Извините, что я лезу не в свое дело. Вы про Даманского? Да. Как дома прошло? Да. В целом нормально. Нормально. Ты, Торп, правда, меня уволил. Но, знаешь, это даже хорошо. Квартиру покажешь? Да тут что тут смотреть, она очень маленькая. Ты, главное, помни, это съемная квартира. Ух ты! Как уютно. Ты так тактично. Поверить не могу. Как во сне. Прости. Не успел подготовиться. Mm-hmm. Хотел вон на диване. Лепестки роз вот так вот рассыпать. Прямо. Я понимаю, что это банально. А все-таки это же наш первый дом. Вкусно? Дучик, ты что такая кислая? Как там твой Дэн Ломоносов? Никак. Мы расстались. Как так? Вот так. У меня новый мальчик. Папа в курсе? В курсе. Ну? И кто родители нового мальчика? Какая разница? А какая разница? Еще какая разница? Поверь моему опыту. Нужно узнать, из какой семьи мальчик, кто его родители. Это очень важно. Ладно. Папа придет? Поговорю. Олег не придет. Мы с Олегом решили пожить отдельно. Вернее, это была его идея. Да, мам, привет. Олег, ты сейчас где? Мам, не кричи. Я еще не кричу.
Ира, блинчики будешь? Спасибо вам, позже. Хочу поработать. У меня вдохновение. Создаю новую коллекцию одежды. Что ни день, то новости. Ну, давай объясни мне, что произошло. Может быть, и пойму? Мамулечка, ничего ровным счетом не произошло. Все нормально. Просто так сложилось, что много лет я жил с нелюбимой женщиной, и все, так бывает. Ну, понятно, значит, я во всем виновата. Это же я нашла тебе богатую невесту. Умницу, красавицу, которая терпит тебя, идиота, всю жизнь. Дочку ему какую она родила. Мамуля. А он, конечно. Мам. Как сыр в масле катается, ну, плохо ему вдруг стало. Не нравится ему, что ты ему как-то надоело. Мамуль, ты не виновата ни в чем. Все нормально. Ага, нормально. Это твоя звонит девица. Алло. О, Господи, Боже. Мам, не кричи, пожалуйста, это из банка звонят. Алло, да, извините, да. Надо же быть таким идиотом. Простите, пожалуйста, я перезвоню через там 15 минут, да, извините. Мам, послушай. Я не могу жалеть, что я встретил Диану, иначе Юльки бы у меня не было. И внучки бы у тебя не было. Спасибо. Хоть одно слово нормальное сказал, умное. Просто я жалею, что много лет упустил, мог жить счастливо, с любимой женщиной, с Ирой, все. Я тебе сто раз говорила, не ровня она тебе. Ты что, идиот? А ты отцу ровня была? Что ты сказал? Я говорю, ты отцу ровня была, ты забыла, откуда он тебя взял? Ты поэтому Иру так и ненавидишь. Потому что она всем видом тебе напоминает, что Майя Даманская была продавщицей Маши Поповой. Дрянь. Алло, вы мне звонили? Да, Олег Сергеевич, к сожалению, вам отказано в кредите. Почему? Мы не раскрываем причину отказа. А, это потому что я из старого плаза уволился, да? У меня уже есть договоренность о новой работе. Всего доброго, Олег Сергеевич. Алло, Макс, привет. О, привет, Олежа. Слушай, я в полную задницу. Можешь деньжат откинуть? Прости, старик, я на мели. Набери Юрку. Да не вариант, Юрка, жены наши дружат. И в чем проблема? Да ничего, просто не вариант и все. Что, сильно припекло? Сильно, да. Слушай, набери Игоря. Он знает, к кому обратиться. Наберу. Спасибо, Макс, пока. Пока, держись, брат. Ир, ты долго будешь в молчанку играть? М? Ты о чем? Могу я узнать имя нового избранника моей дочери? Можешь, мам. Это моя первая и единственная любовь. Олег? Олег. Ты что, его простил? Он же тебя бросил. Он меня не бросал. Его родители узнали, что мы встречаемся, и провели его в Англию. Он звонил тогда, а ты мне не передала. Я не передала? А как так могло случиться? Мам, ну ты ж пила тогда. Боже мой, какой ужас. Прости меня, пожалуйста. Ну что ты, все случилось, как случилось. Ну, так и что, и где Олег был все эти годы? Почему он тебя не искал? Он женат. У него есть дочка. И что? Он теперь бросит семью за тебя? Мам, мы разберемся. Может, совсем забились? Ну, значит, на сегодня все. Развязывайся. Как там дела у мамы? Открыла второй магазин? Нет. Там у нее проблемы какие-то. Так, может, помощь нужна? Она сказала, сама разберется. Что ты темнеешь? Ничего не темнел. Сам, правда, ничего не знаю. Ответь. Угу. Как там крыса? Взрослеет.
Привет. Привет. Добренько, Саша. Чё такая кислая? Да, пришел счет за весенне-летнюю коллекцию. Закрывать нужно сегодня, иначе поставщик с нами работать не будет. Угу. Большая сумма? Ну, как? Для меня огромная, а для тебя, может быть, нет. Просто торговый центр собирался покупать. Нет, это же метафора была, Ир, ты чё? Слушай, подожди, все нормально. Я с человеком за встречаюсь. Думаю, решу вопрос. Правда? Ну, а как? Какие шутки? Конечно, решу. Так что не переживай ни о чем. Все хорошо будет. А чем пахнет? Шарлотка. Шарлотка? Да, я люблю шарлотку готовить. Просто это единственное, что я люблю готовить после яичницы. Идеальный мужчина. Пока не попробуешь, не поймем. Пойду собираться. Божественная шарлотка. Ох, а я волновался. Который? Этот. Точно? Ага. Все. Давай. Так. Давай, помогай. Так я не умею. И я не умею. А что мы умеем? Олег Сергеевич получил сумма 30 тысяч. Пересчитывать будете? Вернуть нужно ровно через месяц. Штрафные санкции начинаются с первого дня просрочки. А нет. Приятно иметь с вами дело. Мне тоже. Алло, да, да, добрый день. Добрый день. Я вчера резюме оставлял на вакансию директора по развитию. Даманский, моя фамилия. Извините, но вакансия уже занята. Ясно. Слушаю вас. Алло. Здрасте. Это Олег Даманский беспокоит. Да, здравствуйте. Меня зовут Антон. Видели ваше резюме. Нам очень интересен специалист такого уровня. И ждем вас завтра на собеседовании. Ой, замечательно. Слушайте, единственное, я вот в объявлении не увидел по поводу заработной платы. Какой там общий порядок цифр? 50 тысяч рублей в месяц. Сколько? 50 тысяч рублей в месяц. Ясно, спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания. Ну что, как дела? Ну что, все отлично. У меня все получилось. Ну, а как иначе? Что это? Аванс за консалтинговые услуги. Олег, господи, тут раза в три больше, чем надо. Ну, а как? Это надо отметить. Слушай, а как ты так быстро заказчика нашел? В смысле быстро? Ну что за вопрос такой? Я вообще у тебя серьезный специалист.
с дипломом MBA. Поэтому легко нашел заказчика. Сегодня обрадуй своих. Ир, ну что ты своих? Приезжай уже ко мне. Ну, надо как-то их сначала подготовить. Может быть, мы их в гости пригласим? Прям сюда? Ир. Ну, а если мы только по одному их сюда приглашаем? Давай, дела все сделаем сейчас в человеческое нормальное место. Оливка. Ты чего, такой идешь, что ли? Хватит, наигрались уже. Саш! Девушка, здравствуйте, это справка. Да, спасибо. Девушка, скажите, пожалуйста, а как мне найти домашний адрес моей старинной приятельницы? Просто так расстались, знаете, в жизни получилось. Что вы говорите? Фамилия Петрова Ирина Владимировна. Здравствуйте. Вы к кому? Неплохо выглядишь. Ведь что ли бросил? А вы кто? Я Майя Даманская. Пришла поговорить со своим сыном. А его здесь нет. Ну, тогда с твоей дочерью. С вашей. Хорошо, с вашей дочерью. Ее тоже здесь нет, они здесь не живут. Где они живут? А это не ваше дело. Дай адрес. Не дам. Я его не знаю. Если бы знала, не дала бы. Всего доброго. Мамуль, привет. Привет. Спасибо, что пришла. А то я думала, ты навсегда к своему Олегу съехала. Сегодня дома останусь. Завтра вместе пойдем. С работы отпросилась? Естественно. У внука такой важный день. Молодец. Так, смотри, какой я тебе красоты накупила. С ума сойти. Да. Как твой день прошел? День прошел хорошо. Кстати, сегодня... Что? Сегодня погода замечательная. Я погуляла. Вот молодец. Ну, давай. Как? Кстати, мама, есть идея. Да? Да. Следующий участник наших соревнований – Михаил Петров. Михаил, прошу вас. Давайте поддержим нашего участника аплодисментами. Про трассу забудь. Просто думай о том, что ты уже победил. Давай. Среди юношей 14-16 лет подходят к концу. Сегодня у нас было два вида соревнований. Это на скорость и на трудность. И у каждого из участников была возможность проявить себя и показать свои преимущества. Ну а победителями стали третье место Роман Бойко.
Первое место. Михаил Петров. И первое место Алексей Мартынов. Мишка, молодец, поздравляю. Спасибо. Я первое место хотел занять. Ну, подожди. Ты со скольки лет скалолазанием занимаешься? С 14. Ну вот, Алёша с 3. Разницу чувствуешь? Я считаю, что для своего уровня ты прекрасно выступил. Теперь моя очередь. В конце недели взрослые соревнования. Так что приглашаю, буду рад видеть. Будем за вас болеть. Так, я, наверное, пойду переодеваться, а вы тут... Спасибо, бабуль. Как у вас дела? Да хорошо. Миша говорил, там какие-то проблемы с магазинами. Да, были кое-какие проблемы, но сейчас вроде все наладилось. Ищем помещение под новый магазин. С этим непросто. Так давайте я поговорю, у меня знакомые есть. Правда. Спасибо вам большое. И за Мишу спасибо. Дианочка, это я. Я буквально на минутку. Про Олега узнать. А я здесь при чем? Может, новости какие? Новостей нет. Олег не звонил, не приходил. Открой мне. Если честно, я не готова к приему гостей. А я не гость, я... член семьи. Дианочка, вы взрослые люди, вы разберетесь. А Юлечка как? Не хочу, чтобы она страдала. Майя Ивановна, что вы от меня хотите? Прости его. Наступи на свою гордость и прости. Не любит он эту свою девицу. Я тебе как мать говорю, я же чувствую. Они же мужики все такие. Ты им дай вот на столечку погулять, он же сам в семью вернется. Какую девицу? Вы о чем? Ой, зазвонят. Ты знаешь, ты права. Я пойду, не буду тебе мешать. Майя Ивановна. Зайдите. Здорово, брат. Привет. Привет, дорогой. Здорово. Есть будешь? Да ну ты что, какой есть? Я только по пиву. Молодой человек, будьте добры. Мне же лазить по скалам. Я слушай. Кайф от жизни получаю. Будьте добры, 0,5 нефильтрованные на ваш вкус, ладно? Может, ты? Не, у меня соревнования скоро. А, ну, тогда одно. Хорошо. Сейчас, секундочку, погоди. Рассказывай, как ты? Как бизнес? Жена на дачу с сыном умотала, а я отрываюсь по полной. Что значит по полной? Ой, да расслабься ты, напряженный такой. Давай. Пожалуйста. А вы готовы сделать заказ? Нет, я еще почитаю. Спасибо. Давай лучше о себе расскажи. Так и живешь один? Да, так и живу один. Делать надо что-то с этим. Вообще в курсе, что холостяки живут меньше, чем женатики? Зато счастливее. О, вот это да. Так, Степ, там у жены на работе. Есть одна рыженькая, Анжелика. Давай познакомь. Еще один. Не надо меня ни с кем знакомить. Ты лучше торговыми площадями помоги. У тебя случайно и нет свободно? Есть, не случайно. Гляди, ну ты же говорил, что бизнес станет твое. А я не для себя. Для знакомой одна. Опа. Ну давай тогда поподробнее с этого места. Мне нравится. Пространство много, и потолки высокие. Да, и метро рядом. Много офисов, представляете, люди будут идти вечером с работы в метро и как раз через ваш бутик. Метро – это, конечно, хорошо, а с парковкой что? Так вон в 200 метрах. Илья ж поэтому это помещение и отхватил, потому что расположение хорошее и инфраструктура развита. Ну да.
Ну что, вам нравится? Ну, в ремонт, конечно, придется вложиться, но оно того стоит. Рискну. Что по оформлению? Ну, можете уже обустраиваться. Отлично. Я взял на себя смелость, и все эти залоги, аренды и так далее, я поручился за вас перед Ильей. Спасибо большое, Степан. Я очень вам благодарна. Ир, давайте перейдем на «ты». А давайте? В смысле, давай. Тогда, может, позавтракаем здесь? А, Олег, простите, прости, Степан. А, я позавтракала дома, поэтому... Поужинать, значит, тоже не получится, да? Да. Вы правильно меня поняли? У меня есть мужчина. Ты правильно меня понял, извини. Спасибо за помещение. Разобраться в себе, найти свой путь и бла-бла-бла. Я уж-то развесила. Теперь вот я не знаю, что делать. А он, оказывается, все это время у меня за спиной с какой-то бабой крутил шуры-муры. Вот гад. Слушай, одна моя клиентка в такой ситуации детектива наняла. Зачем? Ну, детектив походил-походил, да и все и разузнал. А что разузнал? Девица эта, которой муж клиентки ушел, на панели у себя в родном городе стояла. Угу. Вот так-то. Ничего себе. Да. Муж узнал и вернулся в семью. Все, я не могу больше. Юль, ты куда? Все. Вот, кстати, утяжелители дают отличную нагрузку. А мне на физре потом еще спасибо скажешь. Можно я тебе сейчас скажу спасибо? Но бегать больше не буду. Держи. Спасибо. Ладно, сегодня хватит, но завтра мы с тобой обязательно еще продолжим. Нельзя сбавлять обороты, Юль. Продолжим, Миш, продолжим. Привет, мамуля. Привет. Какая ты красивая сегодня. Спасибо. Не успела Гуле позвонить. Слушай, давай закажем доставку на дом. Давай. Закажешь? Угу. Алло. Привет, как дела? Привет. Да в салоне была, укладку новую сделала. Отлично. Хотел тебе предложить поужинать вместе. Слушай, мы тут с Юлькой решили доставку заказать на дом. Ну вот, пускай для себя и заказывает. Могу я с дочкой пообщаться тет-а-тет? Конечно, можешь. Ну, отлично. Значит, Леня в 8 за тобой заедет, и приоденься. Угу. Есть, сэр. Главное, если она что-нибудь начнет говорить, не реагируй. Понял? Не реагируй. Не ведись. Пропускай мимо ушей. Ну, вот так, да. Будь естественным, дыши глубже. Будь самим собой. Добрый вечер. Привет.
Мы с Егором тут обсуждали некие рабочие вопросы, и я предложил ему к нам присоединиться. Ты не против? Егор – это сын моего старинного приятеля Ордынцева. Это его единственное достижение? Нет, не единственное. Он хозяин перспективных стартапов и очень интересный человек. Мне надо позвонить. Я скоро. Егор. Мясо, птица, рыба, может, морепродукт? Спасибо. Я умею читать. Егор, вы же не обиделись. Надеюсь, папа вас проинструктировал, как со мной обращаться? Да. То есть нет, он... Я вообще не понимаю, зачем вы все это делаете? Вы такая красивая, такая шикарная женщина, а ведете себя как... Как кто? Кактус. Извините. А я вам объясню. Я надеялась провести этот вечер в кругу семьи. Папа вам случайно не говорил, что я замужем? Нет. Он мне сказал, что вы в разводе. Ну, в смысле, в процессе развода. Вот именно. В процессе. Чувствуете разницу? То есть вы сейчас намекаете, что я лишний? Я умолк, подобно соловью, свое пропел и больше не пою. Как ты меня нашла, мам? У чужих людей расспрашивать пришлось. Стыдно сказать, от матери прячется. Совсем от своей любви с катушек слетел, да? Мамуль, что ты от меня хочешь? Чего я хочу? Хочу, чтоб ты мозги свои наконец включил. Домой вернулся, в семью. Вот чего я хочу. Ты же сама знаешь, что это невозможно. Значит так, Олег. Или ты одумаешься, или у тебя больше нет матери. Вот так. Я жду. Мамуль, я тебя очень люблю. Иди домой, пожалуйста. Дурак. Ох, пожалеешь. Ох, ты еще пожалеешь. Привет. 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 Ну чего ты? Как ты? Поможешь? Ой, точно. Прости. Подошло помещение. Завтра получишь аванс. Ты что, фонарел, что ли? Что такое? Какой это по счету? Какая разница? Что значит, какая разница? У тебя соревнования завтра?
Плевать. На соревнования наплевать. На все плевать. Так, знаешь что? Я не хочу спрашивать, что у тебя там произошло. Ты потом мне расскажешь, если захочешь. Я тебе так скажу. Ты должен взять волю в кулак и завтра принять участие. Ты меня понял? Все, все. Я тебя 100 лет знаю. Ты, может, не фартовый по жизни, но точно не размазня. Ну... Поздравляю. Это было очень круто. Спасибо. Ты сам приехал? А, мама звонила и передавала вам свои искренние поздравления. Понятно. Простите, вы же Громов? Да, что вы хотели? Можно фото? Конечно. Пожалуйста. Так, ребят, заносить давайте. Вот куда-нибудь сюда пока поставьте. Ага, класс. О, да. Диванчик. Ага. Слушай, хочу устроить настоящую такую лаунж-зону. Вот диван и, может быть, пару кресел поставить, чтобы... Олег Сергеевич, извините, а работники спрашивать, могут ли они уже вешать стойки? Могут. Угу. Алло, да. Сень, можем начинать прямо сейчас. Кто звонил? Да. Задолбали уже с этой рекламой. А что у тебя вечером сегодня? Да ничего. Думала, может быть, дома пошить. Хорошо. Да. Да, да, я понял. Но вакансия, конечно, моя. Но я готов завтра выйти. Да, аванс очень нужен. И маленькое условие. Подождите, вы сразу отказываете. Давайте договоримся. Ну, это ж... Я перезвоню. Ты еще трубу не берешь? Вы кто? Догадайся с 3 раз. На днях деньги будут. Слышь, Вась, завтра. Вся сумма завтра. Плюс процент за день просрочки. Иначе по-другому будем говорить. Здрасте. Здрасте, а у вас все в порядке? Да. Ну, короче, ты понял. Все хорошо-то. Не жди. Тарелка вылетела, сразу стреляй. О. Дай! Да. Алло. Вик, они коллекторов прислали. Кого? Ну, не знаю, морды какие-то бандитские. Короче, деньги завтра нужны. Хреново.
Слушай, а может тебе оружие свое продать? А что, неплохие деньги можно выручить. В смысле продать? Подожди. Да нет, ну как, это ж моего прапрапрадеда сабля. Слушай, ну я же не предлагаю тебе ее продавать. Пусть у мамы хранится. Я имею в виду те стволы, которые у Дианы остались. Короче, давай, если надумаешь, я покупателя найду. Ладно, подумаю. Здравствуйте. Частный детектив Иевлев беспокоит. Я оставлял запрос пару дней назад. Скажите, по Петровой есть материалы? Завтра. Отлично. Ой, а чё куртку не взяла? Парке может быть холодно. Мам, зачем она мне нужна? Зачем она не нужна? С ангиной давно лежала. Егор звонил, привет тебе передавал. Он в парке, может к нам присоединиться. Все, никак не успокоишься. Впервые за год куда-то втроем выбрались. Зачем нам еще кто-то? Я, кажется, телефон свой дома забыла. Давай развернемся. Ты что, ограбить нас решил? Пошел вон. Это моя коллекция. Эту коллекцию ты купил на мои деньги. Я платил тебе ни за что. Пошел отсюда. Ну что, братан, бабки нашел? Это плохо. Ребят, я верну. Пожалуйста, я верну! Я верну! Наир, подожди ты. Надо скорую вызвать, Олег. Не надо, подожди, послушай. Никуда не надо звонить, слушай. Не было никакого консалтинга.
Я денег занял и отдать не смог через месяц. Миша! Миш! Принеси аптечку, спирт, что-нибудь. Угу. Да, быстрее, пожалуйста. Что это вообще? Аптечку, сейчас. Сейчас посижу еще, посижу просто сейчас. Спасибо большое. Угу. Мне очень помогли. Обращайтесь. Диана Евгеньевна, я кое-что раскопал. Думаю, вам будет очень интересно. Здравствуйте. Ир, а это вообще что? Это надолго? Мама, у Олега проблемы, он у нас поживет некоторое время. Ты, я надеюсь, не против? А, ну, если проблемы. Спасибо, мама. Он вообще на развод подал? Мама. Доброе утро. Доброе утро. А что, блинчиков нет? Ты же вчера собиралась приготовить. Олег не ест продукты с глютеном. Сегодня у нас яичница и зеленый салат. Не хочу я яичниц. Ой, какие ароматы. Да. Здрасте. Привет. Доброе утро. Привет. Как ты? Отлично. Так. Может, доктора вызовем все-таки? Ты мой доктор. Чуть. Прости, прости. Очень любопытно. Очень. Я бы хотел во всем лично убедиться. Нужно съездить за город в эти самые Жаворонки. Угу. Съездить. Понадобятся дополнительные расходы. Не проблема. Как новый бутик? Илья говорил, ты ремонт закончила? Да, все верно. С мягкой мебелью разобралась? Ой, Степ, спасибо тебе большое за наводку. Отличная фирма и доставка бесплатная. Степану привет. А, тебе привет от Мишани. Спасибо большое. Ему тоже передавай. Скажи, что завтра жду его на тренировке. Мама. Слушай, он тут чего-то хочет, давай я тебя попозже наберу, ладно? Конечно, пока-пока. Мам, я уже целый час в ванную попасть не могу. Там этот твой заперся, целый день сидит. Ну что это такое? Миш, ну потерпи немножко, Олегу плохо. Плохо. Что с ним вообще произошло? Нет! Слушай, есть какая-нибудь мазь от гематомы? Есть. Ты мог бы этим не в ванной заниматься? Миша сюда надо. А, человек, слушай, привык, что, кажется, свой санузел. Так, пойдем. Наконец-то. Олежка, а может, поужинаем сегодня все вместе? А то ты с моими так и не познакомился. Я, Русь, ну, конечно, поужинаю. Ну, только не сегодня, я тебя очень прошу. Фу, я вообще еле ползу, честно говоря. Так немножко оклемаюсь, сразу поужинаю. А сейчас валяться бы с книжкой. Давай. Я пишу. Дэн, зачем я тебе? А он? А он молчит. А ты че? У Наташки на выходе в кроссовках. Сходим? Можно. Ты че такой мрачный из-за этого чувака? Вчера опять сцепились. Уже 2 недели у нас живет, хоть бы посуду за собой помыл. Ну вообще обнаглел. Слушай, ну может он до сих пор болеет? Слушай, да все с ним уже нормально. Просто пудрит матери мозги.
и рассказывает о том, как они заживут. А на деле с дивана не может встать просто. Но ты говорил с ней, объяснял, что тебе это все надоело? Говорил, а толку? Миша, у меня идея. Какая? Давай скажем, что меня выгнали из дома. Я такая бедненькая, несчастненькая, мне негде жить. И вы пустите меня переночевать. Класс. Подожди, только для этого нужно кое-что сделать. Что? Пойдем. Ир, ты представляешь, болгары в начале 20 века уже имели гранатомет. Спилили с винтовки ствол, приспособили насадку для гранат. Фу, молодцы какие, а? А Бердан, кстати, американец. Да. Ты знал? Нет. Олег, слушай, я сейчас не готова военную историю обсуждать. Ир, ну а что ты с этими сумками корячишься? Что ты Миху не попросила? Сходил бы в магазин. Ну, здоровый лоб, по горам лазает уже. Не попросила, не попросила. Ну, ну да, сын твой. Действительно, чего я лезу? Олег, долго ты еще прятаться будешь? У кого ты взял в долг? Вот я так и знал, что сейчас мы с разговором. Давай я бизнес продам и закроем эту тему. Ир, дай мне будем пару горячку. Я тебе обещаю, я в ближайшие дни все решу. Отлет на плите. Угу. Макароны сваришь? Сварю. А ты куда? В офис. Хорошего дня! Здрасте. А можно доставочку организовать? Да, будьте любезны, ролл Филадельфия и ролл Калифорния. Миш, я что-то переживаю. Да не переживай ты, я с тобой. Ты музыку погромче врубай, и он через неделю свалит. Пожалуйста, ваш заказ. Спасибо. Держите. Всего хорошего, приятного аппетита. Юль! Юль, что вообще происходит? Этот чувак мой отец. Что он твой отец. Нам надо встретиться и поговорить. Мы не будем больше встречаться, не звони мне. Юль? Юль, что случилось? Юлечка, открой двери. Юль. Юль, давай поговорим. Солнышко, открой двери. Мы поговорим и все решим. Юль! Юля! Юль, ты меня слышишь? Юль! Ир, представляешь, двустолка Фокс и так недешевая, а которая принадлежала бывшему президенту Теодору Рузвельту, ее продали на аукционе за 862 тысячи долларов. Ты деньги нашел? Ир, ну что ты так прям в лоб сразу? С контачка же это не решается, но я в процессе. О, а я только собирался. Ир, слушай, как вы вообще без посудомойки обходитесь? Столько воды можно сэкономить. Олег, позвони человеку, которого ты взял в долг. Ир, ну обсудили вроде уже. Я продаю бизнес. Ир, ну что ты начинаешь? Все, я приняла решение. Привет. Привет, Степан. Спасибо, что приехал. Не хотелось по телефону.
Давай, рассказывай. Я продаю бизнес. Придется уступать права аренды. Я надеюсь, я тебя не слишком этим подставляю. Да вообще не подставляешь. А что случилось-то? Да много чего. Просто от бизнеса придется отказаться. Это точно? К сожалению, да. Ну, слушай, с другой стороны, наверное, это хорошо. Ты всегда говорила о том, что ты хочешь заниматься своей коллекцией, у тебя на это вечно не хватает времени. Ну вот, займешься своим любимым делом, что, как говорится, в полную силу. У меня ж нет имени. Тем более, я шил только для мамы. Да и коллекция у меня для возрастных дам. Слушай, ну это прекрасно, потому что сейчас магазины завалены одеждой для женщин с идеальной фигурой. У тебя то же самое. Ты знаешь, я поэтому и начала для мамы шить. Мне хотелось, чтобы она стильно одевалась. Ну вот, у тебя прекрасно это получилось. А насчет имени я тебе так скажу. Если человек занимается каким-то делом, которое ему действительно нравится, у него обязательно все получится. Поэтому имя ты себе наработаешь. Но не веришь мне, у Миши он спросил. Он раньше высоты как боялся, а сейчас орел. Степ, спасибо тебе большое. Да нет, что. Правда, у меня даже настроение поднялось. Просто говорю то, что думаю, вот и все. Спасибо. Алло, Ир, слушай, Сердюк звонил по поводу встречи через час. А где будет встреча? Скинешь адрес? Алло, Олег. Ой. Ой-ой-ой. Ива. Ир, чё ты так в ребра дало, а? Ой, чё-то еле дышу, а? Может, скорую вызвать? Не-не-не, скорую не надо, это мне просто полежать нужно. Ир, может, перенесем? Мы не будем ничего переносить. Я могу сама съездить. Да? Говори адрес. А, ну ладно. Так это... ресторан «Амальгама», это на углу. Я знаю, где это. Если тебе станет хуже, ты сразу звони, хорошо? Конечно. И ты тоже звони, как там все пройдет. Хорошо. Ага. Ну, давай, пока. Пока. Как видите, я не с пустыми руками пришла. Мне просто надо немного времени, чтобы продать имеющиеся у меня активы. У меня есть несколько коллекций, торговое оборудование, маленький собственный склад. Ирина Владимировна, мне это совершенно неинтересно. Я, может быть, и вошел бы в ваше положение, но это не мои деньги. Я посредник. Ваш Даманский взял долг у очень серьезного человека. Это, между прочим, все принадлежит ему. Если бы он каждый раз входил в положение своих должников, то уже давно пошел бы по миру. Артур, я не отказываюсь платить. Я просто прошу немножко отсрочить. Вы меня, походу, не слышите. Даманский подписал договор, где черным по белому написано, правильно? Да. Ирина Владимировна? Вартан Арсенович, добрый вечер. Салам. Какими судьбами? Рад. Очень рад. Миша, если есть проблема, расскажи, не надо молчать. Ну, мы же семья. Да нет у нас никакой семьи!
У нас есть левый мужик в доме, и мать интересует только его проблема почему-то. Не говори ерунду. Ну что, это неправда? Нет, неправда. А вас в детстве не учили, что подслушивать это некрасиво? Мих, понимаешь, ты так орешь на всю квартиру, что не подслушать невозможно. Может, вам выход показать? Так вот он. Задрали. Всем привет. А, привет. У меня хорошие новости. Я обо всем договорилась. Ничего продавать не надо. Долг мы будем выплачивать в течение 2 лет. Без процентов. Да. Обалдеть. Как тебе это удалось? Это было несложно. Божечки, спасибо тебе огромное. Слушай, не, верь мне, я все сделаю. Я все сделаю. Мы будем работать, мы все отдадим. Будет. Я тебе обещаю. Здрасте. Заходи. Вы простите, что без звонка. Мне просто правда больше некуда пойти. Пельмени будешь? Буду. Заходи. Не переживай, никуда он не денется. Взрослый парень. Да, Стёп. Звоню сообщить, что с Мишей все в порядке. Пусть он пока у меня поживет, думаю, так будет лучше. Ему нужно время для того, чтобы понять, что у мамы тоже может быть личная жизнь. Ну, как же? Я прослежу за тем, чтобы он хорошо питался, учился и тренировался. Стёп, обещай, что будешь звонить мне и все рассказывать, хорошо? Не переживай, все будет хорошо, обещаю. Спасибо. А еще что-нибудь есть? Добрый вечер. Здравствуйте. Ездил я в эти самые Жаворонки. Все подтвердилось. Можете быть уверены. Угу. Здесь вся информация. Угу. Спасибо. Остаток платежа я переведу на вашу карту. Договорились. Девчонки, привет. Всем привет. Доброе утро. Как у нас дела? Сегодня пока никого. А вчера прямо отлично. 12 единиц продали. Супер. Нормально, да. Ир. Могу сделать предложение как директор по развитию. Слушаю вас. Значит, смотри, а что если наш бутик, ну, то есть твой бутик, превратить в концепт-стор? Ну, то есть не просто брендами торговать, а, ты знаешь, давать людям идею. Концепцию, я бы даже сказал, мировоззрение. Олег, я знаю, что такое концепт-стор. Вот, отлично. То есть добавим, не знаю, ювелирку, ну, например, косметику, да даже книги можно добавить, понимаешь? А еще я договорился о поставках эксклюзивной английской одежды лакшери-сегмента по очень выгодным ценам. А что за британцы? Сейчас пришлю презентацию. Слушай, а может быть, в твою концепцию впишется и моя коллекция? Да, одежда для возрастных дам. Неожиданно. Неожиданно, но отличная идея. Давай подумаем. Теперь давайте перейдем к рассмотрению электромагнитных волн. Переменное электрическое поле порождает магнитное. А магнитное переменное поле, в свою очередь, порождает электрическое. И вот эти взаимные превращения полей и дают электромагнитную волну. Представьте, что у вас есть фрагмент проводника. Это его сечение, то
То есть это проводящий цилиндр, по которому проходит ток снизу вверх. И вот, допустим, это ток постоянный. В этом случае он течет так, что плотность тока по всему сечению будет одинаковой. Миш, что случилось? Ты меня восстановила, да? Мам, как ты могла всю жизнь мне врать? Мишань, давай мы сейчас пойдем с тобой, присядем, поговорим, хорошо, как взрослые, ладно? То есть это все правда, да? Правда. Кто тебе сказал? Тебя только это интересует, да? Вообще не в порядке. Ты сейчас где? Миша, алло. Миша. Не могу, голова не соображает. Ира, да что ты в самом деле, а? Ну, побеситься перестанет. Думаешь? Да, ну, конечно. Ну, это же подростки. У них сначала все бурно, а потом несерьезно. А как же наша с тобой любовь? Ир, я тебя не пойму, ты сейчас хочешь, чтобы я тебя успокоил, или чтобы мы наши школьные отношения обсудили? Как-то, не знаю, определись. Прости, англичане. Алло, ну я ж пишу. Давай, навали на ногу. Лезь ногами, руками только держись. Вот, молодец. Все, спускаемся. Да, слышу. Степан, привет. Как там Миша? Не знаю, я с малыми занимаюсь. А чего ты спрашиваешь? Да нет. Так, ладно, извини. Нет, говори, я же слышу что-то серьезное. Степ, Миша откуда-то узнал, что он приемный. Ир, я сейчас приеду. Степ, ну, не надо ни к чему. Спасибо тебе. Рано или поздно он должен был об этом узнать. Я поговорю с Мишей, не переживай за ним. Спасибо, Степ. Пока. В общем, рассказывать нечего. Отец твой Ефим Макаров автослесарем работал, выпивал. Они с женой жили там, в конце улицы, в старом доме. Деревянном, еще дед строил. Ефим как-то напился и заснул сигаретой. А жена его в другой комнате с 7-месячным сыном дремала, с тобой, значит. Дом загорелся, все горели, а тебя мама с собой прикрыла, потому ты и выжил. Хотя очень тяжелое состояние было, еле откачали. Да-да, иду. Так а скажите, а как я вообще к Петровым попал? Так
Бабушка твоя дачу снимала на лето, а Ирина, дочь ее, приезжала на выходные. О пожаре весь поселок знал. Приходили сюда, приносили подарки, и тебе деньги, кто сколько мог. Ирина пришла, а потом по выписке из больницы взяла и забрала тебя. Усыновила, в город увезла. Вот, собственно, и все. А может, родственники остались какие-то? Да какие родственники? Даже сельсовет хранил. Ой, за могилкой смотреть некому. Заросла совсем. Спасибо. Может, зайдем на могилу к родителям? Не хочу. Я всю жизнь верила, что мой папа герой пожарный. Оказалось, все наоборот. Он себя погубил и мать просто. Миш. Спасибо тебе, что вытащила. Я бы сам не поехал. Товар пришел в полном объеме с таможней, как и договаривались. Можем хоть сегодня его вам отгрузить. Ну, а там антисептиком, отпаривателем можем пройтись сначала? Да, конечно, можем. На ваше усмотрение. Давайте посмотрим партию. Без проблем, пройдем. Ты где была? Видела, который час? Мам, прости, мы за город ездили, там связь плохая. Все в порядке. Но я же вижу, что не в порядке. Спокойной ночи. Чего это среди ночи? Соскучилась, что ли? Это ты сообщение Петрову про его родителей написал? Ты о чем? Отомстить, да, так решил? Даманская! Ты серьезно думаешь, что ты центр мира? Мне давно на тебя наплевать. Иди-ка, у меня другая. Кать, скажи ей. Слышь, овца, отвали от моего Дэна. Слышала? Дэн, давай честно, это ты сделал или нет? Да ничего я не писал. Обалдеть. Витька, это же настоящий Дерринджер, да? Линкольна из какого грохнули? Не, Линкольна из Филадельфийского. А, точно. Ну что, беру? Бери. Угу. Я так понимаю, дела у тебя наладились? Наладились, наладились. Собираю новую коллекцию. Это правильно. Думаю, надо еще в аутлет заскочить. Там с обувью все нормально. Что думаешь? Давай. Что с тобой такое? Даже обновки не радуют. Миша, кто-то сообщил, что у него родной сын. И он теперь страшно переживает. Кто? Кто сообщил? Не знаю. Урод какой-то. Вот узнаю, вообще в порошок его сотру. Что за выражение? Мам, а тебя только выражение, да, волнует? Тебе вообще все равно на человека. Да что, что за тон? Ты как с матерью разговариваешь? Точно так же, как она со мной. Извинись немедленно, а то оставлю без гаджетов на целую неделю. Мне вообще наплевать на гаджеты. Мне на все наплевать.
Ну, давай. Сотри меня в порошок. Это я сообщила Мише про его мать. Я. Зачем? А нечего было ей и семьи твоего отца уводить. Ну, подожди. Юль, постой. Да остановись же ты. Но я не подумала. Ну не хотела я Мише твоему больно делать. Что делаешь? Убираю. Вон пошла. Так я еще не закончила. Сказала, вон пошла! Алла Евгений Леонидович, это Гуля. Вам нужно срочно приехать. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Ты вспомни, как в ее возрасте ты чудила. Это обыкновенная перестройка организма. Вернется к нам наша Юлька. Все будет хорошо. Если не вернется? Перестань. Перебесится. Вернется. Она же умная, красивая, сознательная, как ты. Да. А тебе надо отвлечься. Я хочу тебя познакомить с одним человеком, с золотом уже, не то что этот Егор. Не нужно меня ни с кем знакомить. Мне вообще никто не нужен. Пока я сама никто. Знаешь, сегодня ты поняла, когда Юлька ушла. Не было иллюзии, что меня бы хотел. Просто человек. Я никому не нужна. Ни мужа, ни дочери. Я никто. Перестань. Мне надо отвлечься. Слетай в Милан на шопинг. Папа, ты что не понял? Мне нужно дело, понимаешь? Свое дело. Хорошо, хорошо. Я обязательно сегодня же поговорю с нашими. Мы тебе что-то придумаем. Папа, хватит. Ну, перестань. Миша, вставай, завтрак готов. Не хочу. Ты не злись на маму. Она же у тебя, ты знаешь, какая? Она самая лучшая. Вставай давай. Да я не злюсь, я сам виноват. Если бы не она, я бы... Я домой хочу. К маме, к бабушке. Там этот тип, видеть его не могу. Я не знаю, что мне
Да, Юля. Миш, я ушла из дома. Я хотела к Ленке, но у нее родители против. И у Светы тоже. Чего мне делать, а? Так, ну, во-первых, успокойся, а во-вторых, мы найдем, где тебя поселить. Доброе утро. О, привет. Не спится? Что читаешь? Ой, когда, слушай, у мамы книжку такую интересную нашел. Методы самосогласованного поля для молекул и твердых тел, представляешь? Класс, я в ванну. Давай. У нас тут есть подсобное помещение, оно не используется, но места там достаточно. Вечером принесу раскладушку, поставим. А умыться там есть где? Ну, пока воспользуюсь душевыми в женской раздевалке. И учти, это ненадолго. Ты должна обязательно помириться с мамой. Ты сообщила о том, что с тобой все в порядке? Понятно. Обязательно сообщи. Я должен бежать. Покажи здесь все, Юля. Да, спасибо. Конечно, покажу. Пойдем, Юль. Не переживай, с Мишей все нормально. Похоже, он уже смирился с новостью. Во всяком случае, на тебя он не злится и очень скучает. Когда он домой собирается возвращаться? Ир, знаешь, я думаю, он еще не готов. Пусть и меня поживет. Неловко тебя напрягать. Да ну прекрати, это же здорово, когда есть о ком заботиться. Представляешь, я даже научился готовить настоящие домашние завтраки. То у меня обычно... Все по-простому, по-холостяцки. Никогда не был женат? Нет. Убежденный холостяк? Да нет, просто как-то не сложилось. Видимо, еще не встретил ту свою единственную. А у тебя как на личном фронте? Все прекрасно, извини. Да, Люд? Что? Еду, да. Ну вот. Ну да. Это все тоже Китай? Да. Когда клиентка пиджак вернула, мы на всякий случай все решили проверить. И оказалось, что вся британка фейковая. Снимайте все. Ты уже серьезно? Ладно, если бы еще репутационные потери. Но торговля контрафактом – это уже статья. Я прошу вас сделать акт учета по ревизии. Ревизии остатков товара? Да, и сразу на списание. Привет. Куда ты дел деньги? Какие деньги, Ир? Ты закупал китайские подделки, а по документам они стоят как реальные бренды. Да. Да. Закупал. Ты понимаешь, что это уголовка? Понимаю. Зачем ты это сделал? Понимаю, Ир! Ты еще спрашиваешь, зачем? Потому что надоело все. Понимаешь? Вот где это все у меня, вот это все! Понимаешь? Вот как надоело! Квартира эта, все эти котлеты, макароны, мамаша твоя просто в печенках сидит. Со своим вечно брезгливым лицом. Сынок твой, который смотрит на меня, как на кусок дерьма, все время через губу разговаривает менторским тоном. Надоело все, понимаешь? Вся эта теснота, занятая ванна, туалет. Вот где у меня здесь сидит. Ну ты молодец. О, молодец, сэр. Разоблачила. Невозможно к этому привыкнуть. Видишь, невозможно. Пошел вон. Че, прям так вон, да? Обидел? Вон. Да нормально. Мамину книгу оставь. Мамину книгу оставлю.
Замок, что ли, поменяли? Привет. Что тебе нужно? Впустишь? Диан, слушай, ну, я все понимаю. Я очень хочу вернуться. Впрочем, если не хочешь иметь дело с моим отцом, держись от этого дома подальше. Фиксируйся руками и сразу переставляй ноги. Не жди. Давай. Подожди, я не дотянусь. Ты тянешься, теряешь силы. Переставляй ногу сразу. И держи равновесие. Угу. Носок тяни. Все, тяжело, тяжело. Перенеси баланс, опору на левую ногу. Куда? Опору на левую ногу, выше. Вот, молодец. Говоришь, не дотянусь. Все, лови меня. Давай. Ну вот, молодец. Говоришь, не дотянусь, не дотянусь. Прости. Привет. Смотри, какая у меня ученица. На сегодня все. Помоги снять систему. Спасибо. Помогу. Юль, слушай, у наших родителей проблемы. Руководитель фирмы Терраплаза Олег Доманский причастен к махинациям в индустрии моды. Что? Ира, даже не думай, ты сделала все правильно. Он тебе просто никогда не нравился, мама. Я старалась этого не показывать, я вообще не влезала в твою личную жизнь. Но сейчас я скажу, дело не в том, что мне Олег не нравится, а в том, что отношения нужно строить с реальным человеком, понимаешь? Ты просто нарисовала себе образ первой любви Олега, а он оказался совсем другим человеком. И очень хорошо, что ты в этом разобралась. Плохо, что теперь с поделками придется разбираться. Вот это вам плохо. Юль, проходи. Мам, знакомься. Это моя Юля. Здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Очень приятно. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, я пойду чай организую. Вы мне поможете, молодая, интересно? Конечно. Ты прости, пожалуйста, что я нагрубила. Что? Ты меня тоже прости. Прости, что была слабая. Что правду тебе не сказала. Знаешь, мам, я... понял, что жить нужно сегодняшним, а не прошлым. Поэтому... Я это тоже поняла. Буквально вчера. Мам. Мам, так а что будет с магазином? С магазином придется прощаться. Видели, какая шумиха в интернете поднялась? Видели. Ну, значит, и хватит. Навозилась я с этой одеждой из Европы. Пора и своей коллекцией заняться. Правда, не знаю, где мне модели, знаете, они у меня такие все специфические. Ну что, вон одна уже есть. Мишка, ты что, с ума сошел? Даже не вздумай теперь. У меня есть предложение. Мама закончила универ по специальности пиар-менеджер, и она там шарит во всех этих штуках. Может, вам с ней встретиться? She is usually in bed by... Выберите один из трех вариантов ответа. Half past 11, 30 past 11, 11 past 30. Half past 11. Ответ верный. Повторите. She is usually in bed by half past 11. She is usually in bed by half past... Повторите. She is usually in bed by... Выберите один из трех вариантов ответа. Half past 11, 30 past 11, 11 past 30.
Чего это ты решила английским заняться? Господи, решила на работу выйти. Уже и вакансию нашла, только английский надо подтянуть. Кстати, я хотела с тобой поговорить об одном деле. Угу. Поговорим. Поговорим обо всем. Идем ужинать. Все. Я побежала. Тебе удачи. Мам, мне страшно. Не переживай, все будет хорошо. Ну, подожди немножко, они с минут на минуту будут. Я не могу опаздывать, Ир, меня уволят. О. Здравствуйте. Здравствуйте. Знакомьтесь, это моя мама. Здравствуйте. Диана. А это моя мама Татьяна. Здравствуйте и до свидания. Мне нужно бежать, студенты ждут. Пускай меня, малыш. Лен, пойдем. Юля мне рассказала про вашу коллекцию. Думаю, я смогла бы помочь с организацией. У меня есть контакты некоторых селебритис, фотографы, операторы. Здорово. Интересно, спасибо. Посмотреть на вашу коллекцию. Проходите. Вот то, что вы смотрите, это худший из вариантов. Сейчас я вам покажу еще что-нибудь. Ну, согласна, да. Сюда прессу или наоборот? Там же вход. Если вот такие ноги иметь, то все будет хорошо. Ну, кто уж такие ноги? Вот сюда сажаем пипов, да? Да. А чем это у нас тут так вкусно пахнет? О, картошечка. Миш. Ты на тренировку идешь сегодня? Да, вообще собирался, но, видимо, не пойду. Подойди к Тане. Ты знаешь, что лавандовый мой любимый. Здесь у нас будет зона для прессы. Семь изданий получили аккредитацию, это не считая блогеров. Угу. Будет большой резонанс в соцсетях. Здорово. А с кем-то из звезд удалось договориться? Ну, конечно. А парочка селебритис, потом ведущая шоу-бизнеса, угу. Два чиновника. Вау. И... Да ладно. Представляешь, тупую, чтобы не сглазить. Спасибо. Всем привет. 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 Мам, у нас на каникулах в лицее в горы ребята едут. Угу. Ты же меня отпустишь? Это не опасно? Ну... При наличии грамотного инструктора и соблюдения техники безопасности это так же опасно, как съездить с друзьями на дачу. Юляш, ты же со мной? Ну, конечно. Только через мой труп. Мама! Да, мне кажется, наша мама тоже не помешала бы покорить парочку вершин. Миш, у мамы с Дианой тут... свои вершины. Ба! Я тебе дам, ба.
Вау. Ну ты просто королева бала. Да? Отпад. Спасибо. Ир, а можно я пока похожу? Нужно? Да? Да, давайте порепетируем. Давайте. Сколько же можно возиться с этим оружием? Когда уже дом продали, что трудно было упаковать. Сейчас уже грузчики приедут. Так сабля поедет в салоне. Знаешь, иногда мне кажется, что ты эти железяки любишь больше, чем людей. Давай, иди, иди, кому сказала. Под ногами. Господи, Господи. Все потеряли, все. А ему хоть бы. Как мы будем жить в этой дыре? Нормально, мам, будем жить. На свежем воздухе. Пожалеешь. Ой, пожалеешь. Ни о чем я не пожалею. Иди уже одевайся. Ехать надо.